Мне сегодня стыдно, что я узнаю, что человек на счетах, которого находится больше 100 миллионов долларов наличными в Дубае, значит, задержан, кстати, это хорошая новость. Там, кстати, выходил умник Макану, там еще кто-то говорил, Чезаро Салинский. Там, нет. Значит, паренька этого зовут Богдан, фамилия у него Георгий, гражданин Румынии. Задержан в Дубае по запросу правоохранительных органов Румынии. То есть Румыния его подала в розыск за мошенничество. У него на счетах находится больше 100 миллионов долларов, украденных плохотником у нас в стране. Да Дон про это молчит. Все остальные про это тоже молчат. Я уже не говорю о том, что наши молдавские начальники, значит, химичат по Интерполу для того, чтобы застопорить процедуру или заморозить с подачей в международный розыск, чтобы Интерпол все-таки начал разыскивать Плохотнюка и всех этих его лаки. Не получится у вас никого прикрывать, дорогие молдавские начальники. Я понимаю, что сегодня одному из первых лиц государства очень тяжело, потому что его прямой куратор за предыдущие годы, значит, его куратор за предыдущие годы, значит, сегодня занимает, неправильно, значит, один из первых лиц страны, значит, его куратор Сергей Ералов, и тот, кто его вырастил, находится сегодня за рубежом. И вместо того, чтобы предпринимать какие-то жесткие шаги, сегодня кто-то, вы видели, даже Дадон отказывался говорить, он говорил, что нет, речь идет не об Яралове, когда говорили, что есть. Но вчера в СМИ появилась только информация о том, что у Яралова есть вторая идентичность. Почему? Потому что, значит, одного из первых лиц в стране вырастил именно Яралов, который там ходатайствует, чтобы как-то Яралова там не под... Вы же видите, как его держат аккуратно в стороне там от Плохотнюка, Цуцу и так далее. Об этом поговорим в другой раз.